Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Русское поле! Эх ты! Жизни не знала, я цельное лето, с утра покос, после обеда удой, а ежели корова отелилась, куры понеслись, вишня зацвела, не дай бог, дождь после покоса. Мы с тобой находимся на территории ЗАО «Калининская». Да-да, это вот то самое, где производится твое любимое молоко. И сейчас я тебе покажу, как же все это работает. Ну что, девчонки, привет! Как дела? У них обед, между прочим, корма собственных угодий. На, моя дорогая, держи ведро. Зачем? Сейчас доить будешь. Как? Руками? Да ладно, давай сюда. На самом деле здесь все автоматизировано. Ну вот коровку доили, и все молоко попадает вот сюда, в эти чаны. Представляешь, оно даже еще тепленькое. И потом по трубам на пастеризацию в упаковке, и все, у тебя на столе. Ну ты посмотри, в каждом чане по 3 тонны. У тебя есть кружечка? Нет? Здесь есть собственный детский сад. Посмотри, какие малыши, какие хорошенькие. Ну теперь ты убедилась, что вся продукция от ЗАО «Калининска» — это экологично, натурально, а главное — вкусно. Ну ты можешь идти дальше, а я пошла коров доить. Ой, какая красота. Ну, хватит дурачиться, я тебя пригласила как независимого эксперта. Смотри, вот такое есть, еще вот в белом варианте. Тебе как? Вот это широкое? Ну да, тоже вариант. В занавесочке такой большой выбор кружева. Неужели тебе понравилось, а? Я удивлена. Ну, давай вот это возьмем, да? У тебя какое настроение? Игривое? Тогда специально для тебя, смотри, какие снегири. Класс, да? Веселенькие, яркие. А, хочешь что-то необычное? Смотри, какие расцветки. А у меня уже летнее настроение. Смотри, какие веселенькие, да? Что ты уже видела? Не могла ты это видеть? Это новая коллекция. Вот сейчас куплю ее и счастливая буду. Сколько ты уже не можешь свой диван продать? Полгода? Ты с ума сошла? Лови лайфхак от Жанны. Покупаешь гобелен, обтягиваешь диван, шьешь подушки, хочешь занавески, и все. Ничего продавать не надо, у тебя новый интерьер. Что? Не стоит благодарности. Я тебе так скажу. Гобелен – это настоящее произведение искусства, которое прошло сквозь время и пространство. В настоящее время популярностью пользуются авангардные варианты оформления, но не теряет своей актуальности и цветочная тематика, в том числе, ты представляешь, в качестве обивочного материала. При всем при этом, это невероятно прочная ткань, долго не теряет своего первоначального вида, и цвет остается насыщенным. Слушай, я хочу кружево, портьерную ткань и хочу еще гобелены. Только боюсь, что у меня денег не хватит. Если что, у тебя есть заначка? Забыла. Моя любимая тема. Здесь же скидки. Посмотри, сколько красоты мы с тобой купили. Осталось это все донести. А что ты улыбаешься? На, держи.